мальчики идут до Курчатова, а я на работу. Посмотрите мне подсвечники, да? Я уже говорила, сеточки за и ВКС за. Очень хочется мне. Ну, я видела ржавые страшные, 500 гривен. Когда дождь был, вот они годятся. Ржавый прям? Ну, да, керамика такая темная, грязная. За 500 гривен я вон в бутике куплю. Конечно, нет, зачем? А еще зачем? Вообще зачем вы туда? На Курчатова, Люда, все, этим все сказано. Бабушку выгуливаем. Машинный рынок, она любит его, она сейчас там какие-то, как всегда, причиндалы себе. Она же шьет там, салфеточки, хереточки. Сидит, красотка в связи. Надо так обгонять, прямо на встречку выезжать. Ребята, вы гоните? 70 километров я еду. Кошмар, пофиг, черта города. Опять плохо спала. Просыпаюсь 4 где-то вот так. Засыпаю, как светает. Это плохо, надо на. А, кстати, надо новопосит попить. Это нервы, Люда. Короче, нет у меня мощности. Нервы и весной. Значит, кто-то из вас встанет и будет мыть посуду. Значит, встанешь, что ты из вас, я сейчас буду платить. Ну давай я останусь, только заплатите мне. Чтобы я тебе заплатила, тебе надо целый день там. Ребята, Людочка сняла пару кадров, посмотрите, да, сухой лед. Какая подача, интересно. Вообще напитков, коктейлей. Надо самой пойти тоже снять, интересно. Не знаю, что это, но перекрыли дорогу Михаила Грушевского. Идут к церкви. Сегодня, наверное, праздник какой-то большой святой. Вот с датами часами. На вторую. Полиция. Воистину воскрес, кричат. О, 5 рублей. А что это, мама? На окно поставить. На окно поставить. На конфетки, да? Говорит, о! Мы приехали. Ой, вот что-то надо было купить. Ой, извините, мы с Курчатова вышли. Нет, только что-то надо было же купить. А я взяла, ребята, в машине, почему показываю, потому что дома сейчас как всегда. Так, смотрите, какой разнос я купила. Вымою его. За 20 лежит. Гривен. У меня такой есть, я уже показывала, круглый. Это вот такой. У бабушки. Бабушку зовут Аркадьевна. Ага. Аркадьевна зовут. Ну, прикольный, да, такой, да? Да, нормально, хорошо. Офигенно, мне нравится. Это тоже как вот это вот Игоря, моего Игорька. О, брелочек. О, а ну, сюда вот камера, вот, мама, вот. Аж 5 рублей. Ну, друзья, за что мы любим блошиный рынок, понимаете? Я еще где-то его не потеряла. Заходит, садится в машину. О, блин, говорит, за брелками только приехала, говорит, и все. Так, ладно, мам, поехали на озерку. Что-то мы уже купим, надо пожар, что приготовить. Давай, надо скупиться. Ладно, друзья, мы поехали. Сейчас я где-то вторую у меня где-то еще. Да ладно, потом. I love you. Вот камера, сюда, мам, поближе. Сюда, да? Боже мой. Ты с той стороны же. I love you, 5 рублей. I love you, я тебя люблю, 5 рублей. Да, и больше ничего. Два брелочка. Ой, я не могу. Артисты-погорельцы. Рынок не снимала, друзья, снимать нечего. Думала, поснимаю, да, мама? Нечего. Не, нечего снимать.
Я хочу купить сейчас горького перца. А я у нас дома горького перца нет. Я так хочу горького перца. Через листья. А что, банка закончился уже? Хочу свежего, горького перца. Поняла, свежего. Ну все. Банка кто есть, ну хочется ж. Ну хорошо, сейчас купим. Купим-перекупим. Так, хорошо, что я успела капусточку стушить. Сейчас, наверное, какого-нибудь мяска куплю. Сейчас я хочу тушеной картошечки. Дядя, я еду. Дядя, смотри, я же еду. Ты видишь меня? Здравствуйте. Дядя, аккуратный будь. Так, как хорошо. Хорошо, что дома. Хоть будет время отдохнуть, и надо что-то приготовить. Какой-то уже супа наварить. Я уже прям не знаю. Просто таки горяченько хочется. Первого поесть, понятно? Сейчас начищу картошечки. Морковка у нас есть, банк, я покупала. Есть, подбирать. Да? Нет, не то, что подбирать. Свежая есть, я покупала. Две морковины там, кажется. Отлично. Было. Что я покупала недавно. И лук у нас есть, да? Есть. Вот. Я люблю со свежей морковки. Сейчас я наварю супика. На скорую руку. Так хочется страшно прям. Рис можно купить. Рис района нема. Да посмотрим вам сейчас. Я этот магазин долбанный, только попади, понимаешь? Я пропаренный рис сюда беру. Красота. Я рис вообще не люблю, я его. Мне он воняет. Что сейчас гречка мне землей воняет? Что рис? Вот в голубцах, да. Голубца. Я сейчас куплю сумеш овощей. Хочу. Знаешь, такой замороженный есть. Да, либо... что-то в последнее время не стала куплять. Да. Кукурус, горох, там да, такие да. Компоненты хорошие. И я хочу супик такой сварить. И Людочка, где завтра? Ну, вечером придет покушать. Она, если есть... И завтра, наверное, ж дома она сидит. Нет, третий день. У меня тут два дня робит, тут три. Да три дня она работает, мам, ты запуталась. Ну, может, я путаюсь. Ты просто когда два я дня дома... Я свои забываю, да. Иногда, бываешь, ее не видишь или видишь. По три дня у нее ну, строго, да. Стабильно. Вот она просто болела неделю она не ходила. Слышишь, три дня и получается два дня дома, да? Три дня дома, три дня на работе. А, все. Ясно, то я и путаюсь. Ну, много три дня, тяжело ей. Ну, хотя, потом уже три дня потом. Хотя три дня дома, но зато она, видишь, день вообще в отрубях лежит, она ничего не соображает. Не, ну так а шо ж. Я тоже, как отработаю два дня, первые дни, дуже важко дома. Мне каждый день важко. Да ты вообще зарьмерно. Мне важко. Важко мені дуже важко. І калимиш, і отвозиш, і привозиш. Калимлю. Ну вигадна ж є. Я калимлю на Калим. Ну вигада ж є, по-любому ж є. Ти, ну це ж копійка кожен день, мам. Ну, звісно ж є вигада. Якби не було вигоди, ти що думаєш, я б туди їздив? Ну встаєш, звісно, встаєш. Звісно, бігу за людьми, за денюшкою, ну. Звісно, вигадно. Не професіональний таксист. Как люди сутками работают, по 1500 в день зарабатывают. Нет. Не, ну кто-то чего-то как-то же начинал. 500 особенно гривен ты, женщина. Да, ну ты что, я не выдержу. И управиться же надо, и лето, ты и весна шо? Впереди. Нет. Я за рулем по 8 часов. Тоже много. Конечно, много. Я могу выдержать 12 часов. Вот я вчера отработала. Да, ну ты что, у меня голова... Ты видела меня вчера? Да. Я пришла, упала. Варенье напилась с хлебом. Дома жрать ничего не было. Взяла варенье с хлебом, прям пила его. Запила чаем. Там гречка еще была, картошка. Не, ну ты понимаешь, о чем я говорю. То, что я ем, не было. Я же люблю такое все. Креветулечки. Понятно, я стала разорила в микроволновке. Сосиски я поела, картошка. Сосиски как трава. Вообще, как трава, мама. Да ну, а что туда зложу? Там я в шоке, ну трава, там травой вообще. Там замена, вообще, там да. Мясом не пахнет. Шкура молотая на белую, на белую и все. Уплотитель и амарант, пищевой краситель. Ничего там нету. Что ж так печь на камеру? Поклонницы, кто смотрит, сам была Адамяна. Я приготовила капусту по его рецепту, которая капуста была моя, маринованная мной. Я не покупала, делала сама. Вымочила в воде. В общем, без утки, а с мясом я сделала. Значит, что я хочу сказать? Вкусно. Вкусно. Раз в год можно съесть на любителя, должна сказать. На любителя. Рис я в априори не уважаю, не люблю. Да. Так что без риса просто такая вот капусточка. Очень-очень даже ничего. Ну,
Хочу сказать, если кто любит со свежей, лучше делайте со свежей. А так для разнообразия попробовать можно. Так, будет у меня такой сегодня с мексиканской сумешью супчик весенний. Мелкая морковочка с зажарочкой. И на свиных ребрышках взяла. Пенку снимаю, что никак не могу доснять. Ладно, пускай томится. Смотрите, какой, боже. Ну почему я так люблю горький? Вот это я купила за 10 гривен. Вот это вот 10 гривен. Пучок укропа за 10 гривен. Вот это вот 40 гривен. Это самое дорогое. И вот свиные ребрышки взяла на 40 гривен тоже. Это будет у меня супец. Супец-голубец. Зашла в магазин, называется «Рукавичка». Вот такие вот взяла по 10 гривен резиночки. Девочки. Им цена 40 гривен. Они везде по 40. Вот такую красную взяла. Людочки вот такую вот синенькую взяла. 10 гривен. Везде по 40. Так. И вот такие вот, я же люблю, как всегда, челку отращиваю. Вот такие вот заколочки взяла. Люда скупляется до 1000, да? В Ева. А я... Ну ничего. Ничего. Ну а что ж. Фу, зато было видео, что мы мороженое покупали. Люда так и не съела. Она мне разрешила. Говорит, мама, съешь. Фу, ребят, голова кружится. Не отдыхаю совсем. Фу, вообще. Голова так закружилась. Прямо не могу. Фу. Стирается, пылесосится, кушать готовится, на тело лежится. Ой, хорошенькая. Да, я когда с хвостиком... Фу, конечно, мне кажется, любая женщина, когда с хвостиком. Фу, девочки, вы там поздравляли Людочку. 22-го еще поздравьте, пожалуйста, на всякий случай. Хорошо, 22 февраля, на всякий случай. Всем огромное спасибо. Боже, какие вы все хорошие люди. Какие же вы все классные вообще, молодцы. Вот так ощущаешь себя, что ты не один, понимаешь? Ты один плюс один, ты не один. Хотя этот канал один плюс один терпеть не могу. За их разврат, падлы. Нагнетают, суки, обстановку. Один плюс один, ты не один. Да с вами, блин, будешь, а ты не один. Прям хочется гавкать на этот канал, гавкать. Наталья Масичук, там она вообще с ума сошла. Наталья Масичук, вы сошли с ума. Вот такое, такую херню пороть каждый день с канала. Че семьи нема, че детей нема. Я понимаю карьера, но в остальном. Хер зна шо несут. Я понимаю, что вам эти новости приносят, но такую херню читать. Абстрагируешься на заколочки, на херелочки. Ой, вообще, девочки, 20 гривен, я не могу успокоиться. Гляньте, новье. Значит, вычистила содой, посмотрите. В одном месте только черненькая, вот видите, цяточка. Вот она, черненькая цяточка. Ну, может, еще, знаете, надо что? Ну, это уже все. И белизной я заливала. Нет. Ну, ничего. Гляньте, 20 гривен. Ну, шикардос. Белизной. Сначала содой, щелоком, потом белизной, потом кипятком обдала. В общем, никаких микробов здесь нет. Спасибо, Аркадьевне. Вот так вот. Видите, что можно прикупить на Курчатова. Ребята, много такой посуды новой люди выносят. Прям новой посуды выносят люди. Что там такое еще есть? Подсвечники не оставляю надежды, друзья, купить. Подсвечник с ангелочком, с писюном. Писюн, ангелочек, писюнчик. Или писюнчики. Короче, подсвечник такой. 2000 гривен. Потом атлант такой мужчина и на плече подсвечник 800. Друзья, цены бешеные. Вот вам блошиный рынок. Так они их надо чистить, они там такие загаженные. За это значит, надо пескоструем относить, постогоем чистить надо, понимаете? Это не годится. В натуре лучше купить новый. Потом это самое такие ржавые такие страшные. Ну ковка 600 гривен. Да нет. Ну, вообще, я не знаю. Может, Люду возьмут, а пускай повыбирает себе. Не, ну, я хотела купить пару красивых таких подсвечников, как раньше. Можно было купить гривен за 200, отнести там, чтобы пескоструем, тебе их почистили. Ну, а так-то нет.
Це дуже дорого. Це дуже дорого. Ні. Ні. Так. Надо ж доварити суп. Ой, друзі, уже вичесала її. Уже вичесала, і вона спить. На окне спит. Посадка, как крепко спит. Вот так. Вот так. Ой, нравится, как гляньте, нравится. Конечно. Сейчас мама тебе, да, Вера тебя сейчас будет лобызать. Ой, как она, боже, как же ты понимаешь, что тебе приятно, да? Зайка моя. А на чем ты лежишь? Эти ковтики. А на чем ты лежишь? На чем ты портрете лежишь? Вот. И снова вместе, снова рядом, да? На Наташеку своем лежишь. На Нателке и на Людмилке лягла и лежит. Моя ты девочка. Ребята, она, значит, на рынке, на вот этом зверином, там, где Курчатова, 150 такая хрень, только чуть-чуть больше. Так ты что? Ну, я же тебе говорила, мама, ты говоришь, давай купим. Нет, да. Я думала, там, действительно, 150. Вот такая, ну, чуть больше, мам, чуть-чуть больше. А вот это 25 рукавички. 25 дорого. 25 дорого? Не, ну, это не дорого, 25. Давай. А это на ком ты лежишь? А это ты на ком лежишь? Все, это ты на бабушкином коллективе лежишь. Он коллектив Веры нашей. А тут Татьяна Ивановна есть? Да, откуда? Это смена. А, это другая смена, да? Ясно. Ну как, она централка. Это смена бригады. Я хорошо, хорошо. Мам, не воз... Мама, не возбуждайся. Хорошо. Она в сутках. Да, у вас там столько уже поменялось людей. Ой, да, знаешь. Там уже страшно вспомнить. Ладно, болит, ой, ой, а-тя-тя-тя-тя, а-тя-тя, 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 моя сладкая, моя, давай, давай.